Образовательная программа «Русский язык и литература». Образовательная программа устанавливает требования для подготовки филологов с фундаментальными лингвистическими и литературоведческими знаниями для применения в научно-исследовательских организациях, организациях культуры, СМИ, редакционно-издательской деятельности, государственной и негосударственной службы. Образовательная программа направлена на формирование компетенций, связанных с необходимыми видами исследовательской и практической образовательной деятельности в области русского языка и литературы, скорректированных с учетом требований работодателей и специфики региона. Область профессиональной деятельности выпускника является научно-исследовательская, научно-педагогическая, аналитическая и консультативная. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются школы, высшие учебные заведения, национальные и частные отечественные и иностранные компании, периодические издания, радио и телевидение, корректорская и редакторская деятельность. Для присвоения степени бакалавра в области услуг по специальности русский язык и литература обучающийся должен соответствовать следующим критериям: полностью освоить теоретический и практический курс образовательной программы и успешно сдать предусмотренные программой экзамены по академическим дисциплинам, успешно пройти учебные, производственные и преддипломные практики, предусмотренные программой, и сдать отчеты на кафедру в установленные сроки, доказать овладение предусмотренных модулями компетенции в ходе сдачи итогового контроля по видам учебной деятельности, сдать все государственные экзамены, выполнить и защитить аттестационную работу, дипломную работу, в установленные сроки.